Итак, ребят, всем привет! У нас очередной выезд. Приехали по ландшафту, да? По обзору. Вы видите, что мы приехали все в то же место с ночевкой. Сегодня у нас состав немножко менее такой, знаете, ну, мало нас. Но все у нас взрослые, то есть нам не нужно смотреть за ребятишками, кто где находится. В общем, все самостоятельно. С нами сегодня будет дама. Ну вот она, Танюшка. Между прочим, сегодня день медицины, и у ней сегодня праздник. Так что мы за ее здоровье уже хряпнули. У нас новый кок, то есть она у нас будет сегодня по столовой. В прошлый раз у нас... В прошлый раз у нас Серега. Вот. Рустик, как обычно, за костром. Это у него стандартная традиция. В общем, сегодня в дружной компании. В общем, все мужчины, женщины, взрослые, детей нету. Беспокоиться не нужно. Посидим сегодня у костра, немножко пригубим, ну, должны сами понимать, выехали за пределы Самары. Сколько? Километров 150, да, сейчас? 150 в одну сторону, так что далековато, и мы должны отдохнуть на славу. Будем сейчас шурфить, вернемся на старый фундамент, где у нас получилось более 70 монет. Там был у нас екатериновский пятак. Русик ворчит, говорит: время 3 часа ночи, мы копаем, Серега рядом. И вот смотрите, что у меня выпало. Смотрите, какая огромная шайба. Ух! Что? Что? Это пятак? Лиза или Екатерина? А, да. Да, ребят, это пятачок у нас. Скорее всего, Катя. Вентиля проглядывается. Но все остальное... к сожалению, не видно. Охренеть. Вот это да. Вот это номер. Кто здесь ожидал, что выпадет пятак Екатерины? Был пятак, к сожалению, утраченный кольцевик. Итак, ребята, сижу я и горюю. По какому поводу? Ребят, я откопал кольцевик. Да-да, 5 копеек, Александровские, времен 1800, наверное, 3, 4, 5, 6, вот где-то в этом эпицентре. Вы скажете, что же я горюю? А горюю из-за того, что я такого извращенства над монетой еще не видел на своей практике ни раз. Я даже закурил, ребят. Смотрите. Вот она, монета. Это 5 копеек кольцевик, ребята. Одна из самых больших и дорогих монет, которые существуют, медные. Во-первых, на ней имеется по обоим сторонам запилы. Это не игровая монета. И еще 3 отверстия. Были серебрушки. В общем, туда сейчас вернемся. 70 монет, нормально. И сейчас будем там продолжать. Заодно еще и присыпать наш фундамент. Потому что после себя нужно обязательно, ребята, хотя бы присыпать, чтобы не было больших котлованов. Так что, ладно, вступление есть. Я вас всех ознакомил, познакомил. Потому что у нас сегодня только одна Танюшка. Новенькая, вот, хоть скрасит наш досуг. Ну, в принципе, и все. Мы сейчас еще по рюмашечке и пойдем уже копать. Надеюсь, включусь уже при первой находке. Так что смотрим, будет очень интересно. Ребят, мы тут обустраиваемся. Вы знаете, все взяли с собой нужное, но рожек не взяли. Ладно, хоть у нас Рустик запасливый и костер при помощи, как это называется, сухой. Сухой спирт, горючее. Вот мангальчик разжигаем. У Рустика полно всяких комплектов для выживания, также для копателей, сухпайки, камуфляжи, палатки. В общем, если что, ребята, обращайтесь, чем можем, поможем. Вот, так что пишите в комментарии, если вам нужно что-то, сухпайки военные, или же камуфляжи, вещь-палатки, в общем, все-все-все. Чем сможем, поможем. Пишите. Ну, а мы сейчас скоро будем мясо кушать. Мясо. Ребят, пока мужики здесь общаются по-своему, а я подойду сегодня к
единственной нашей милой, красивой девушке, которая именно сегодня медик. Это ее праздник. И она решила провести с нами, балбесами, где-то хрен пойми где, до цивилизации 150 километров, до наших домов. В общем, она решила с нами. И давайте познакомимся поближе. Татьяна Батьковна, можно я вас так буду называть? Скажите, что вы думаете про своего мужа, который целыми днями в свободное время лопатой машет с прибором? Пусть машет. Слышали? Пусть машет. Это в частности... В частности касается мою супругу, которая говорит: блин, нахрен надо, херней занимаешься, всякую дрянь домой тащишь, и так и уже не знаю, куда и девать. В общем, ребята, честь и уважение тем дамам, супругам, кладоискателям, которые, знаете, поддерживают нас в этом хобби. Потому что где-то примерно одна из десяти с удовольствием выходит на такие вот покапушки. И вот у нас вот Татьяна, низкий ей поклон за это, то, что с нами выехала. Честно, очень приятно, когда дамы выезжают. Я люблю природу, природу очень. Ульяновск, да, кстати, Ульяновск смотрит. Между прочим, твоя деревня тоже смотрит. Пусть смотрит. Передавай привет. Привет, всем привет. Да, ребят, у нас очень много подписчиков именно с тех мест, а именно откуда у нас Татьяна родом. Вот, приезжали мы как-то в гости, видели, наверное, видеосюжет в гостях в Ульяновске. В общем, там у нас подписчики есть, и которые постоянно смотрят. Всем огромный привет, Ульяновск, мы очень рады и скоро к вам снова приедем. Так что ждите, мы с Татьяной и с Рустамом обязательно к вам заедем за вашим еврейским кладом. Так что, ладно, скоро. Смотрим дальше. Ребят, вот чем отличается культурный отдых, когда женщины, все культурно, стол у нас прям жук Барнинбой. В общем, все, в общем, классно у нас, ребята. Если бы не было у нас с нашей дамы, мы бы все это сделали вот здесь вот, прямо на траве. Но когда есть дама, все культурно, салфеточки, одноразовые ложечки, вилочки, все, стаканчики. В общем, басява, ребят. Нет, честно помнишь, говоря, в тот раз дамы не было, и стол был такой, банка фасоли открытая, с ложкой. Между прочим, ты был у нас, это поваром все. Я нарезал помидоры с огурцами тоже. Ну да, только нарезал. А сейчас смотрите, салат раз. Салат 2, тут что-то яблочки, нектарин. Тут огурчик, нектарин, здесь у нас тут, мы еще не доставали колбасу, там сало, там ла-ла-ла. В общем, ребят, вот что значит, что с нами вот, чай. Смотрите, какая красотка, да? Ребят, да? Пьем чай. Да, ребят, вот мы пьем чай. Смотрите, настолько чай хороший, что он сейчас вот здесь вот будет отпотевать, ребят, видите, уже... Видите, да? Видите, замерз чай, ребята. Это холодный японский чай. Да. А твоя мама, твоя мама смотрит наш? Да. А, как ее зовут? Наташа. А, тетя Наташа, ваша настойка нас так согревает, особенно перед копом. Нас настраивает на находки, которые мы будем делать. Даже, видишь, летом охлаждает. А зимой согревает. Да, зимой тоже мы грелись. Так что большое спасибо Сережиной маме, то, что она нас вот снабжает вот таким вот горячительным напитком. Бутерброды еще делать? Не, достаточно, Таня. У нас и так вот тут, я не знаю, копать надо. Мы так и не пойдем копать. Да, копать надо, ешкин кот, копать. Ну, здравствуй, наш дорогой фундамент, который в прошлый раз нам дал 70 монет. Критиков было много по данному фундаменту, говорят, здесь кто-то. Ну да, вижу. Шурфили. После нас кто-то продолжал шурфить. Дима! Привет тебе, Дима, наш критик! В общем, я вернулся сюда, на этот фундамент, не просто для того, чтобы продолжить его. Я вернулся сюда, чтобы его присыпать, потому что в прошлый раз... Когда я здесь копал, у меня силы были на исходе. Копал 24 часа. Здесь копали Илюха. Здесь копал Серега. А где я сейчас нахожусь, именно вот этот эпицентр,
по всем правилам я копал. И я за собой все засыпал. В общем, так таковой нету. Но сегодня я решил засыпать за Илюхой и за Серегой. Я всегда добросовестно выполняю свою работу. И за мной никогда, ребят, не оставляю большие котлованы. Так что сейчас я буду все это дело присыпать. Если находки какие-то будут на отвале, я обязательно вам покажу. Так что, ребят, за собой шурфы, пожалуйста, засыпайте. Итак, ребята, отдал я много сил, но за собой шурф я присыпал. В принципе, раньше была здесь яма. Сейчас, в принципе, западлицо. Тот комрад, который здесь копал, извините меня, он нашурфил, еще больше ямы остались. Вот, так что, Дмитрий, после тебя вот здесь вот вообще была жесть. Глубокая яма, за тобой все присыпал. А ты меня критиковал. А я тебе ответил, что я вернусь, шурф не закончен. Поднял здесь вот советскую копеечку, ничего серьезного. Вот, за собой я всегда стараюсь присыпать. Так что я чист перед кладоискателями. Фундамент я как бы продолжать не буду, потому что большое количество вот такого камня. Видите, да? Всего, что лопатый камень. И дальше я не хочу его продолжать. Может быть, здесь и есть монеты. Есть. Я не сомневаюсь, но я не хочу большое количество сил отдавать на шурфирование и ворочать вот такие вот камни. Так что я ищу легких путей. Ладно, пацанам задачу поставил искать новый фундамент при помощи щупа. Не знаю, нашли нет, но что-то они верховые просто ходят. Вот, Рустик там пряжку женскую очень красиво ажурную поднял. И на этом все. Так что я иду к ним. Итак, ребят, меня Рустик с Танюшкой зовут. Серега вон идет к столу. Я говорю, без монеты не уйду. И вот знаете, сначала выпала у меня бутылочка. Но сигнал продолжался. И это не стекло сигналило. И я продолжал копать. И вот смотрите, ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Это у нас... так, это у нас, судя по всему... Это копеечка 24-го похода. А, нет. Это 20 копеек рамочник. Ой, щитовик. Щитовичок, это хорошо. Очень редкие монетки. Классно, классно, классно. Ну, она лежала, я думал, царская. Когда вот так лежала, она очень похожа на царскую. Так что около лагеря нахожусь прямо напротив. И я думаю, зашурфиться нужно здесь. Потому что здесь были попытки зашурфиться. Но его бросили. А я, пожалуй, продолжу. Пятнашка. На донышке пятнашка. За это точно можно в лагерь и выпить за вторую монетку. До этого у меня была копеечка советская. Идем дальше. Ребят, нашли очки. Парамош, твои очки. Если что, обращайся, они тут висят. Очки. Ой, очко упало. Парамош, извини, но очко упало. Здесь кто-то накакал на них, ёпта. Это к деньгам. Какашки, это к деньгам. Как, сколько? Сколько, серый? Минус сколько? Я вижу Марс. Марс? Ну ладно, очки свежие, но очко упало. Так что, Парамош, если это твои очки, они тут находятся, обращайся, пожалуйста. Знаешь, где это находится? О, возле этого дома. Так, что у нас? Мясо готово? Да, Рус. Да, мясо готово. Серега уже в ударе. У нас Татьяна. Татьяна подогнала вот такие вот хабарницы. Вот такие хабарницы. Номер два. Это Рус. Хабарница номер один. Серега. И хабарница номер 10, то есть черная, это моя, ребята. Ставь, я сейчас сорву. Это Татьяна нас хабарницами обеспечила. Ладно, копаем дальше, ребята. Все, ребят, я удаляюсь. Я удаляюсь копать, хватит здесь застолье устраивать. Так что я пошел монеты копать, ребята, пошел. Вон туда. Итак, ребят, пришел я на свой шурф.
Хочу на этом шурфе остаться до самого утра. Лагерь у нас находится рядышком. Здесь шурфленая. Оставили здесь вот такие вот ямы. Если честно, вот, ну, яма на самом деле. Яма. Не присыпано ничего, не прикопано. Там у меня монетка, 20 копеек. Бутылочка. И я решил здесь остаться до утра. Так что посмотрим, что этот шурф даст сегодня за всю ночь. Я думаю, пацаны, которые сейчас вон там на застолье, придут ко мне. А это точно, если я найду сейчас еще одну монету. Ребята, верховой, под танец, ёшкин кот. Вон Танюшка бежит ко мне, солнце мое сладкое. Вот она монетка, ребята. Крупная. Фу, блядь. Фу, блядь. Так, что за монета? Тань, что-то я горю, сука. А вот тут. Это, походу, пятак. Советский пятак или трешка. Не знаю. У меня сейчас глаза заведущие. Но это монета. Тань, скажи, монета? Монета. О, это старый герб, ребята. Старый герб, это значит, достаточно приятная находка. Вот так вот, ребята. Верховой, ребята, верховой. Ха-ха! Ура! Они пускай бухают. А вот Танюшка танцует ради меня. Танюшка, ху-ху-ху! Ну что, ребята, как я вам говорил, что я останусь на этом шурфе, вы знаете, я решил сделать несколько пробных капков шурфа. И вот на этом эпицентре маленький клочочек, и выпала все-таки монета. Монета, не знаю что, но вам, может быть, будет виднее. Я предполагаю, что это двушка. Не знаю что, но это двушка. Да, СССР видно. И, скорее всего, что это двушка. Да. Ну ладно, монета. Я чемпион пока. Три монеты у меня. А эти бездельники пока на нулях. Тот тоже бездельник на нулях. Ладно, пойдем дальше. Ребят, находок нет ни хрена. Но мы хоть немножко решили позажигать. Танюша. Наша красотка. Да, королева, красотка. Серега, красавчик, да. Молодцы, молодцы. Пустой термос, да? Но у нас там есть, зажигательное есть. Да, ребята, зажигаем. Молодцы, красавцы, красавцы. Танюха, давай зажигай, Танюша. Сполат. Серега, давай, красавчик, давай зажигай. У-ху! Музыка не пройдет по авторским правам, ёшкин кот. Танюша, смотри на меня. Красавица, красавица. Поздно, поздно. А во лбу звезда горит. Так, ребята, мы... Да не может быть! Да, это Ленин, сука. Да как же так? Ребята, здесь цари, советы поздние, и рубль. Это рубль. Рубль с СССР. Ёшкин кот, мы мечтали сегодня, отправлялись на коп, откопать рубль. И вот тебе рубль. Да, 1970-й. Ребята, рубль. Я твою охереть. Мы хотели Николаев рублей там. Николаев, Александров, на тебе. Ленин. Ленин.
Ладно, продолжаем. Крупная монета зачет. Ну ладно, хоть так-то. Продолжаем. Итак, ребята, я уже как бы отчаялся. Находок нет, наверное, около часа. Но все же Аська подала звонкий сигнал. И у меня монетка. Ах, мы и этому рады. Это советская трешка. 1931 год. Вот такая-то монетка. Давно не было у меня монет. Вообще давно. И я очень рад такому вот сигналу. От души, прям от души. Копаю опять один. Со мной только фонарь. Остальные все спят. До рассвета еще, наверное, еще около часа. А я копаю один. Ну ладно. Советик радует. Продолжаем, копаем в полной тишине. Во мгле ни хрена ничего не видно, но мы копаем.